6 августа во дворе городской администрации был организован сбор второй группы участников поискового отряда из числа студентов среднеспециальных учебных заведений в составе 10 человек. Краеведам из Косовюрта предстоит принять участие в форуме «Наследники Победы» в Волгоградской области, который пройдет с 6 по 8 августа, после чего новоиспеченные поисковики отправятся в Городищенский район на территорию боевых сражений времен Великой Отечественной войны. Мы непосредственно... Администрация города тоже в состав делегации уходит в одном лице. Представитель нашей администрации, но это уже глава решит, кто будет принимать участие. У нас огромная работа непосредственно под руководством Владимира Владимировича проведена именно в этом направлении, то, что он говорит по Городищенскому району. У нас, если я не ошибаюсь, есть и захоронение выходцев оттуда, поэтому вся страна, она взаимосвязано. Вроде бы Хасавюр и боев у нас не было, но мы, хасавюртовцы, принимали полное участие. Проводить участников и пожелать доброго пути собрались непосредственный организатор поездки и заместитель главы администрации Хайбула Умаров, руководитель телевизионного отряда краеведов-следопытов Балатхан Халилулаев, а также заместитель председателя управления Дагестанской региональной правозащитной общественной организации «Наш дом» Абдулшагид Ачабаев. В напутственных словах, обращаясь к поисковикам, Хайбула Умаров пожелал ребятам плодотворной работы, а также напомнил, что ребята представляют не только город Хасавюрт, но и всю республику. Отметим, что это уже второй выезд юных краеведов в текущем году. Руководство города приложило все усилия в плане организации и подготовки поисковиков к участию на раскопках. Весь состав делегации обеспечен спецформой и необходимыми продуктами питания. Денис Ламаджиев, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».